Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство VSync ScanWatch 2. И сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к Android-устройству. Итак, открываем приложение VSync. В нем нужно будет зарегистрироваться. После чего нажимаем на значок в правом верхнем углу и нажимаем «Установить устройство». Далее выбираем часы и выбираем часы, которые нам нужны, ScanWatch 2. Нажимаем «Установить». И нажимаем, если мы видим экран «Настройка», чтобы его увидеть, достаточно нажать на вот эту кнопочку или зажать ее. Нажимаем «Я вижу экран «Настройка». Нажимаем «Следующее». Нажимаем «Пара». Теперь вводим код, который показан на экране часов. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Далее». Нас спрашивают, показывают ли стрелки часов вверх. Я нажимаю «Да». И нажимаю «Далее». Нажимаю «Далее». Выбираем, на какой руке будем носить данные часы. Нажимаем «Понятно». И нажимаем «Закончить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.